Друзья, всем привет! Вы на канале Эдуарда Германского, и сегодня мы попали в клуб «Эволв» на вольную борьбу с крутым тренером Артуром Ахмедовым. Сразу говорю вам, что мы будем снимать всю тренировку, то есть это будет 1,5 часа, наверное, пока смонтируем, получится поменьше. Но если вдруг вам покажется, что это будет скучно и захочется сразу выключить выпуск, мы от всей души вас просим этого не делать, потому что старались для вас. Посмотрите, ну хотя бы 45 минут или сколько там будет выпуск, да? Хотя бы, ну там одну минутку последнюю можете не смотреть. Реально стараемся для вас. Серега, он вообще бедный, приехал. Мы его не покормили. Он хочет тренироваться, мы ему не разрешаем, ему надо бегать с камерой. Поэтому, ребят, цените наш труд, а мы ценим то, что вы нас смотрите. Кстати, в комментариях можете написать, что мне было скучно, но я досмотрел. Но пишите. Нажимайте лайк, нажимайте колокольчик, подписывайтесь на канал, если вы еще до сих пор не подписались. Также можете написать в комментариях, по каким дням тренируетесь вы. Будет интересно. Все, ребятки, поехали. Сейчас будет жаришка, мясо. Я, как всегда, умру, потому что на вольной я умираю просто в усмерть. В общем, все сейчас увидите сами. Вот он. Вот он. Пошли уши, кисти. Заметьте, тренер разминается с нами, и так всю тренировку, это очень круто. Обратно бегом! Смотри, стоим, пошли назад! Второй рукой с лапой им обещаем. Давай, 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 тренер, пошли! Давай, 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 давай
спасибо. Ты первый раз уже это делаешь. И ногу проходишь, ногу, руку вытягиваем. Во. Хорошо. Давай пошел. Ноги проходим, ноги. Макс просто пошел вообще. Две ноги проходят, не поднимай. Четко проходите. Фокус поднимай. Неплохо ты, я тебе говорю. Отбросим и ставим. Хорошо, до конца. Кто сделал, встали, грудь-грудь толкаем. Давай чуть стоит. Обратно бегом, не ходим. Пошли, Погоняем. Пока в советский. Алкай, порой стоит, порой чуть-чуть стоит. Вот. Дай ему прочувствовать, стой. Я не буду ничего. Обратно пошли, бегом. Обратный поезд вытащили, его оттащили. Пошли. А? Кинуть в конце. Мясо не бежит. Мясо вставляет. Правильно? Да? Нет, это свет, а это свет. Давай, пошли!
братская сердце не дружит. В общем, получается два этапа разминки. Первая вот 25 минут, и вторая сейчас еще 15-20 минут. Итого 40-45 минут только разминки. Встаем.
Мне тяжелее. Второй. Вот как выглядит минное поле. Ты что, полынуешь? Да. А ты знаешь, что ты там? Отбиваемся в конце. Пошли у борт, шею, борт. Пришли за олегами. Иди, давай. Пошли у борт, лей, все. Какой размер? Какой размер, по-моему? Через минуту по парам встаем сразу же. Сейчас отработка будет. Самая. Кого? Пацанов? Да. В среду самая тяжелая отработка. Драконы отработали? Я с ним Там есть это. Вот молодой, 50 лет. А, да, вот он, подбил. А, пошли, 30 секунд еще у вас. А вот эти что здесь? А я убери. Да, оставь. Пошли. Арба на руках. Смотрите, руки встали. Вот так. Руку засовывай и второй пошел. Второй пошел. И шагу назад. Пошли, встали. Оп. Арба на руках. Засовывай, засовывай, пошел, один и второй. Назад не шагу, пошел, засовывай руку. Сразу только пространство поймал, засовывай. Момент поймал, можешь перевод сделать, можешь рывок сделать. Встали с кресла захвата обоюдный. Отсюда борьба. Дали захват, встреч. Обоюдный захват взяли, встречи. Воу. Все, нападу. Пошли, захват, обоюдный. Все приемы. Захват отпускаешь, прием не сделал, проигрываешь. Если захват отпускаешь, прием надо сделать. Thank you.
30 секунд. Все, назад уходи. О. Делай. 15 секунд. Все собрались, ты смотришь. Сейчас бокового, когда вы проходите, вот боковой прошли, он оттягивает. Вот здесь отсюда. Часто бывает это положение у вас. Здесь что нужно сделать, смотрите. Вот он шаг. Шагаю я. Забираю. Вот он сел на усик. Вытаскиваю. Когда проходите много, вот я прошел. Все, здесь борьба, он оттянул. Уже все, вы здесь не знаете, что делать. Тянем рукой, шагаем. Вот я забираю. Смотрите, забираю. Сел на усик. Вытащил. С этой стороны смотрим. Сюда поверни сюда. Да. Смотрите, вот он, с этого захвата. Вот шаг. Забираю я ногу эту, прямо шагаю, вот он. Сел на усе. Уй. На излом. Сюда вытаскивай ногу. Вот перешел сюда. Видели? Или еще раз показать? Давай. Скажи последний. Вот он взял ногу. Вот он, я здесь сижу. Смотрите, этой ногой шагаю сюда. Забираю ногу и сажусь. Антон, а докажи мне сам ход. Ты же с коленом ходишь, если в левую да, ногу. Боковой проход изначально. Сейчас покажу. В левую ногу. Вот он, боковой. Я сюда выдвину. Прохожу. Нет, здесь было. А в ту ногу. Он левую хочет. Какая разница, какой ногу? Вот он сюда. Прошел. Оттянул. Здесь борьба. То же самое. Вот он согнул. Сел. Видите, сижу. Вытащил. То же самое. Уже сказал, ну пойдем. Мне просто в эту сторону удобно, может тебе в ту сторону будет. У каждого своя нога боя. В обе стороны никому удобно не боя. Пошли. Кого? Боковой, голова изнутри, голова изнутри, о, он оттягивает, смотри, вот он держит, прошел, вот он оттягивает, я покажу, вот я прохожу, он оттягивает, какие ногу, ногу, ногу. Вот она, смотри, смотри, эту руку, ногой, шагает прямо на него. Вот он, сел на улице. Давай подмах. Разговор, или? Пошел, оттягивает. Пошел шаг. Вот. Шаг, где твой? О, не отпускай, лучше держи его. Ты сделал. Пошел боковой. Пошел, оттяни. Не отпускай сразу, туда ему. О, пошел шаг. Сел на лошадь. Сел на излом. О, вытаскивай ногу. Смотри еще раз. Вставай. Вот сюда. Выдернул. Хорошо. Он оттягивает. Нет, оттяни туда. Вот она оттягивает, смотри. Оттяни еще. Еще один. Вот положение. Вот он шаг. Забирай на себе. Так, чуть-чуть я могу оттянуть. Ты вот эту ногой зажать? Нет, зажать. Тяни к себе. Просто поставь ногу. Вот я тяну. Я вот. Я шумил. Подшипил. Я вот. 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 Я
Пойдем. То есть я уверен. Пошли, махнул. Подхватывался. Раз, пошел. Хорошо, кинем Марат. Пошел. Цеплять. Ногой цеплять. Цепанул. Нет. У меня уси несет, смотри. Давай, вот это. Да. На излом надо его. Понял? Да, я понял. Все, Марат. Не всегда получается что-то. Ты просто нога далеко. Вот проходит. Ты потяни его, потяни. Руками тоже работает. Потяни его. Вот у Марата хорошо, я прям чувствую, что нога напрягается, прямая. Пошел, у меня еще не хватает. Вот я сел. Когда вот такие подашки бой, тяжело бой. Я понял, да. Так, дальше прочувствовать положение. Я могу остаться на ногах, да? Да. Сейчас. Болит колено, что ли? Нет. Шагнул, цепляет. Пошел на усе. Вот он, вот. Получается, за эту ногу не надо, да, хвататься? Конечно, не получится. Здесь надо борьба, вот в этом положении ее делают. Когда тягивает ногу, вы хотите вот так сели. И у меня не получается, говорю. Конечно, не получится. Здесь совсем другая ситуация. Когда проходит ногу, когда ноги оттягивают, вот здесь эта борьба все идет. Он подтягивает и цепляет. Вытаскивает. Вам прошли в ногу, вы хотите вот так. Не получается ключи. Конечно, не получится. Дайте ему чуть попробовать. Вот сел. Вот здесь работа вся идет. Пошли, встали по местам, чтобы я видел. Оп, пошел. Пошли, второй номер. Второй номер, сзади, быстрей. Пошел. Эту руку. Оттяни. Лишний. Колени останавливай. Оттяни. Пошел по конца. Кисти убирай. Все, Хорошо. Другое дело. Пошел, забежал сразу назад. Пошли, сажай. Ари, ты такой не заснял, я такой финт сделал. Я не могу это везде. Я видел фильм, как ты упал. Это этот был фильм? Хорошо, сейчас сразу же с этого положения. Прямо на ногу, я беру ногу, он оттягивает. Ты что, устал, что ли? Вот отсюда. Тренировка как началась где-то. Не, уже 2/3 прошло. Да, поехали. Голова изнутри, Эдик, отпускай. Отпускай, голова изнутри. Да, совсем разные положения. Голова изнутри. Пошли, что стоит?
30 секунд у вас пошли, уже пока ты встанешь, время уходит. Одна нога. Одна нога. Пошли вторую меняем. Вот и самое положение вторую. Пошли второй номер берет. Быстрее. Пошли второй номер, то же самое положение. Ногу оттянули. Давай изнутри. Оп. Стоять, руку засунь. Оп, за подушку. И давай, вот прямо засунь его вот здесь, держи. Все. Оттяни. Пошел, Витя, пошел, Витя. Хорошо, вытаскивай. Секунду у вас этого положения. Хорошо, вытаскивай. Вот эту ногу вытаскивай. Вот эту. То же самое, то, что работал сегодня. 10 секунд стали. Мы боремся, я и ногу. Чуть-чуть. Минута! Стой! Секунд на местах отдыха.
Здесь еще мало. Нормально. Максим, ты что, сдаешь, а? Да, Макс. Попался ты. Попался. И в объектив тоже попался. Надо баллы забирать. Лысо. Направо. Точно. Вот он и. На камеру не сражаешь. Тренер похвалил. Друзья, всем привет. Вот закончилась тренировка по вольной борьбе. С нами тренер Артур Ахмедов. Артур, ну пару вопросов. Первое, как давно ты этим занимаешься? Я занимаюсь со второго класса. Я как во второй класс перешел. Я помню, как меня отвели на вольную борьбу из со второго класса. И по сей день считаю, что хоть и не выступаю, но занимаюсь вольной борьбой. А регалии, звания какие-то есть у тебя? Да, мастер спорта, потом Кубок России выигрывал по взрослым, по молодежке. На России вторым был, на Европу поехал по молодежи. По студентам на мире третий был, потом вторым был на Европе. Международные турниры, короче, я не буду вам перечислять. Слушай, Артур, ну скажи, пожалуйста, ну вот как ты считаешь, все-таки борьба это основа ММА? Основа ММА. Без борьбы, я думаю, ММА даже не стоит лезть, как я говорю. То есть, ну, вообще акцент надо на это, да, делать? На борьбу основной акцент, я думаю, да. И такой вопрос, Артур, смотри, я пришел к тебе, ну, чуть полтора месяца назад, грубо говоря. Скажи, видишь какие-нибудь изменения вообще? Что можешь обо мне сказать, как о боевой единице? Как ученик, да, ты как... пашешь, если честно скажу. Тренируется усердно.
Если честно, уже проходы потянулись у тебя, я смотрю. Броски пошли, мельницу уже знаешь делать. Две ноги, хороший проход у тебя. За голову уже начал работать. Ну, если то, что я тебе говорю, ты стараешься делать. Если честно, хорошо хватаешь, мне нравится. Ну, будущее у меня есть, если я буду этим заниматься. Да, конечно. А стал я более, ну, типа, пластичен, там, такой, как с того момента? Если честно, пластичен не стал. Если честно, пластичен не стал. А так, то, что я скажу, у тебя силы, если честно, хватает. Я думаю, с тобой, если поставить вот пару нюансов вот этих вольной борьбы, очень тяжело будет. Ну, и последний вопрос. Хотел бы ты сам попасть в битву за хайп? Не, если честно... Не медийный человек. Не, я не медийный человек, если честно, я люблю это все. Ну, спасибо тебе огромное, Артур, за учение, за интервью. Все, друзья, подписываемся. Здесь мы сделаем ссылочку на Артура, все вопросы, если что, в директ. Очень крутой тренер. Понедельник, среда, пятница, 17:00. Всех ждем и Волк. Спасибо. Со мной рядом мой близкий друг, это Денис Телюлин. Привет. Проф-боец. Благодаря этому человеку я попал в этот крутой зал. Потому что Дэн меня, в принципе, постоянно подтягивал. Не без его участия, скажем так, я и попал, и победил на битве за хайп. Поэтому я ему очень благодарен. И сейчас возьмем небольшое интервью, представим вам этого бойца. Дэн, ну, первый вопрос, это какой у тебя проф-рекорд? 7-3 сейчас. Последний бой у тебя был? Последний бой недавно у тебя был, да? 2 декабря, 4-го. Ты его выиграл? Да. ТКО? Да. А у тебя... Преимущественно все бои заканчиваются ТКО. Ну, не ТКО, просто они... Ну, досрочно. Досрочно. Не всегда в мою сторону. Не, ну, типа, поражение у меня одно техническое, за подушкой. И два раздельных решения. А, то есть по очкам. Слушай, Дэн, ну вот я тебя часто на битве за хайп вижу. Ну, в своем, конечно. Не, ну ты к Сидорину ездил, и когда Мариф приезжал. Мои товарищи, я с ними помню. Самому тебе интересно было попробовать себя в битве за хайп, ну, для того, чтобы типа себя увеличить в медиасфере? Ну, это такой вопрос. Если будет предложение, можно будет как-то об этом говорить, а типа буду, не буду, но хочу, не хочу, это такой вопрос. Слушай, ну а вообще, на твое мнение, медийность все-таки играет роль на спрос и гонорары бойцов? Типа. Огромную роль. Все-таки, ну, типа, Марифу там это, ну, прям сильно на руку, что он попал на битву за хайп. Ну, это уже все индивидуально, типа, если ему это по кайфу, то ну, давай. Я понял. Ну, Дэн, такой вопрос тоже. Ты меня вообще знаешь еще с далеких там 2011-2012. В охране. Да, и в охране. Этот человек мне не единоразово мне работу предоставлял, когда у меня денег на хлеб не было. Вот ты меня видел, как я тогда работал, как сейчас работаю. Что вообще, может, есть какой-то прогресс? Ну, конечно, чтобы был прогресс, надо работать в дискомфорте. Пока что у тебя здесь дискомфорт. Чуть посильнее, поопытнее. Люди больше знаний. Проблема – это знания. То есть, когда человек, когда попадает в ситуацию, с которой не знает выхода, ему тяжелее, чем человек, который, может, там, не знаю, как-то не сильно готов, но узнает один выход, другой, там, третий, попробует, а ну, как бы знание – это сила. Поэтому ты получаешь здесь знания, естественно, ты хочешь, не хочешь, растешь. Спасибо тебе огромное, брат. Спасибо. Все, давайте, братишка. Всем успехов.